Что получит этот Путин в итоге, скажите мне? Что он получит? Он получит врага в лице Украины. Украина выйдет из договора о безъядерном статусе. На Украине могут появиться ядерные бомбы. Они будут нацелены на Москву. Нам это надо, скажите? Какого черта вообще он это все придумал? Дальше, Крым. Мы ездили туда отдыхать. Я ездил с детьми туда отдыхать, в Евпаторию. Многие из вас тоже там, конечно же, были. Сейчас что там будет? Будет все дороже. Никуда туда, никто туда особо не поедет, потому что никто не признает этот самый долбанный референдум. Никто его не признает. И что получится? Кто от этого выиграет? И крымчане проиграют, и русские проиграют, и украинцы проиграют. Дальше. Железный занавес, санкции. Что это означает для России? Нищета, рост цен, снижение зарплат, снижение пенсий, безработица. Скажите, нам надо это или нет? Я долго думал, какие есть аргументы у Путина для того, чтобы так себя вести, хоть какие-нибудь. Самый простой ответ такой. Он больной человек. Он очень психически больной человек. Институт сербского, Кащенко, врачи, санитары, уколы с утра до вечера. Вот что нужно. А потом я подумал, нет, он не просто больной человек. Он еще циничный и подлый человек. Он хочет, используя вот эту операцию по оккупации и аннексии Крыма, хочет править нами вечно, пока не умрет Россия. Понимаете? Он решил перейти к открытой диктатуре, к концлагерям, к политзаключенным. Нам надо это, скажите? Мы должны сказать «нет войне», мы должны сказать «хватит маразму», мы должны сказать «Россия и Украина без Путина», «Россия и Украина без Путина». И последнее – слава России, слава Украине, слава России, слава Украине, Россия будет свободной. Спасибо вам большое.